Я еще раз напоминаю для тех, кто вдруг сейчас случайно оказался на прямом канале и думает, что же здесь такое происходит, что за фантастическая атмосфера, что за соревнование. А это, дорогие друзья, летний кубок «Гранди Фагеев» и «Олимпийский чемпионов» Юрия Мастрика и Александра Дьяченко. Лизонька, молодец, мы поздравляем тебя за второе место. Ты показал красоту своей борьбой до конца. Поступила она к чемпионке Дарье Горбачевой. Прекрасный, прекрасный финальный заезд. Ну и сейчас у нас второй финальный заезд. Так. Москва, район Крылатская, Грибной канал. Соревнования судов. Каноэ. Точнее, соревнования по гребле. Каноэ. Байдарки. Ну да. Национальная сборная. Такого уважения мы своему клубу, да, вообще гребле, просто человечности всегда приводит пример всем абсолютно. Да, они гребли очень большим составом. На трибуне зрителя есть, правда, немного, но и не есть. Итак, понесла сюда Османова Республика Беларусь, Галина Кутишева и Зеленая Дорожка, Ростовская область. Летнего кубка «Братьев Фагеев»